Красноярск вернулись 30-градусные морозы. Правда, всего на пару дней. Четверг и пятница станут самыми холодными на этой неделе. По ночам столбики термометров будут опускаться почти до 30 градусов мороза. Температура днем от -20 до -24. Ощутимое потепление можно ждать уже в субботу. В светлое время суток столбики термометров покажут около -12, ночью -22. В воскресенье примерно на градус теплее. Аналогичная ситуация и в большинстве районов края. По центральным районам также ближайшие сутки и выходные без осадков. Преобладающая температура ночью в ближайшие сутки 25-30 восток до 38. А дневные составят порядка 14-19 восток до 28. Повышаясь к воскресенью, ночные уже составят порядка 17-22 восток до 35. А дневные уже порядка 10-15 восток до 22 градусов. Инспекторы полка ДПС призвали автовладельцев и пешеходов быть особенно осторожными. Из-за морозов на дорогах и загородных трассах сохраняется сильный гололед. В таких условиях тормозной путь автомобиля увеличивается в разы. Водители просят соблюдать безопасную дистанцию, а при приближении к пешеходным переходам снижать скорость, быть особенно внимательными в утренние и вечерние часы пик. Бдительность следует проявлять и пешеходам. В черте города скорость у нас 60 км в час, но в такое время, конечно, лучше выбрать ту скорость, которая будет обеспечивать безопасность автомобиля. Это, конечно же, меньше скорость, потому что сейчас действительно наблюдается у нас гололед на дорогах города. И особенно, подъезжая к пешеходному переходу, надо снижать заранее скорость, а не перед самим пешеходным переходом, когда внезапно на дорогу может выскочить замерзший пешеход.